Сегодня же в Страсбурге прошла конференция международных неправительственных организаций Совета Европы, в рамках которой состоялась презентация книги «Южная Осетия. Хроника заказного убийства», подготовленной комиссией Общественной палаты России. Книга посвящена жертвам грузинской агрессии и приурочена к 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. В издании собраны многочисленные свидетельства людей, ставших очевидцами августовских событий. Документальные материалы дополняют фотографии журналистов, сделанных в дни боев за Цхинвал. Книга издана на двух языках, на русском и английском. Члены комиссии считают, что мировое сообщество должно знать о преступлениях грузинского руководства. Мы хотим, чтобы и другие международные правовые инстанции, военный трибунал, уголовный суд в Гааге, структура ОБСЕ, были также снабжены всеми необходимыми материалами для того, чтобы опираться на факты, на правду, на свидетельства.